продан Иван Сергеевич, 25-я десантная бригада, 6-я рота, 3-й взвод. Сдался в Малой Камышевахе после 15 дней проживания после захвата ее русскими военными. Сдался десантникам, они со мной нормально себя вели. Ребятам хочу, тем, кто живой остался, вернулся. Ребята, сдавайте оружие, уходите домой к семьям. Умирать, ну, это того не стоит. Вы не военные, вы трактористы, комбайнеры. Кто чем занимается? Уходите домой, пожалуйста. Не надо воевать против русских солдат.